В Ледовом дворце 25 апреля стартовало первенство муниципального образования «Город Армавир» по фигурному катанию на коньках. На турнир Кубок Армавира 2024 съехались более 200 спортсменов. Ну, у нас традиционно в канун майских праздников, Дня Победы, в том числе проходит соревнование Кубок Армавира. Для участия в этом соревновании мы приглашаем фигуристов с различных, так сказать, областей, районов наших ближайших. Сегодня наше участие принимает более 200 человек из Краснодарского, Ставропольского края, Волгоградской области, Крыма. Воспитанница спортивной школы «Альбатрос» Софья Сиваконева уже 8 лет занимается фигурным катанием. Сейчас девочке 14. Ну, соперники довольно сильные, тоже стараются. Я рада за них. А свое выступление, ну, не 100%, то, что хотела, но более-менее нормально. В принципе, я довольна. После школы сразу бегу на тренировку. Ну, тренировки 2,5-3 часа где-то занимают каждый день, в субботу, когда я все время тоже прихожу. Мне очень нравится наш коллектив, он очень дружный, все время нас поддерживает. Очень нравится тренерский состав, тренировки. И, в общем, фигурное катание очень нравится и привлекло меня. На льду фигуристы перевоплотились в разнообразные образы, и их персонажи оживали прямо на глазах. Зрители на трибунах с замиранием сердца следили за пируэтами артистов. Турнир позволил продемонстрировать навыки катания как начинающих воспитанников, так и опытных фигуристов. Наши фигуристы на всех соревнованиях, которые они участвуют, занимают призовые места. Мы, конечно, довольны, но не стоим на месте. Тренеры наши стараются подтянуть к лучшим результатам, которые есть на других соревнованиях, с тем, чтобы улучшить. Ну, дети тоже стремятся к тому, чтобы те, которые серьезно занимаются, они сами по себе стараются также улучшать свои результаты от соревнования к соревнованию. Соревнования в рамках первенства муниципального образования «Город Армавир» по фигурному катанию будут длиться 2 дня. Марина Локтева, Федор Факиров, служба информации телерадиокомпании «Вита Армавир».